Всем привет! Сейчас я покажу вам, как правильно обслужить стартовый комплект JTAG Yega IO. Для начала обязательно нужно выключить девайс. Далее возьмите комплектный испаритель и хорошенько прокапайте его. Накрутите испаритель на крышку и отложите в сторону. Заправьте бак жидкостью по вот эту отметку с надписью MAX. Оставьте устройство буквально на 5 минут, это делается для того, чтобы испаритель лучше пропитался жидкостью и не сгорел при первых затяжках. Все готово, можно наслаждаться парением. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.